Вот так он устроился в пещерке. Сидит в обороне. Вот они у него колотушки две. То есть справа голова, слева у него хвост. Ага, вот сейчас видно хорошо. Ой, и вот так он сидит колотушками на выход, чтоб сразу обороняться. Вот что бывает с муренами, когда они выпрыгивают. Второй раз за все время содержания мурен выскакивает. Новичок. Это нормально. Главное держать банку сюда закрытой. Это она пыль на себя собрала. Упала почти что за аквариум. Вот такая там пылюга. Но ничего, это все она почистит себя. Все будет в порядке. Второй раз такое происходит. Первый раз у меня это выскакивало. Видите, с ней все хорошо. Вот так, поэтому рекомендуется всегда использовать сетку. Если вы держите рино-мурен, они очень тоненькие, с мизинчик, даже тоньше. И вот первая мурена вот сюда пролезла в щель. А вот здесь щель 4 миллиметра. То есть я поставил сетку, и все хорошо, и уехал из дома. И в этот же день она у меня вылезла вот в эту щелочку. Сейчас герметиком проклеил все. Больше зазора миллиметра нету, поэтому имейте в виду, мурены пытаются свалить при каждом удобном случае. Ну вот, прошло пару часов. Ирина Мурина уже чистенькая на заднем плане. Так что как-то так, ребят. Прежде чем заводить рино-мурен, нужно позаботиться, чтобы они не сбежали ни в коем образе. Все выходы надо глушить. И вообще подумайте, надо ли оно вам. Вот таким образом линяют кораллы. Вот видно шкурка. Видите, она слазит. И течением ее уносит. Если течение слабое, саркофитон может линять. А шкурка с него не слетает, и он будет в таком состоянии сидеть. Поэтому следите, когда он линяет, должно быть течение оптимальное. И тогда шкурка улетает. Он чистенький, потом открывается. Дал кусочек звездочки орликину, но схватил отшельник. Что-то он бросил, передумал кушать. Не понравилось.